Страх – это всего лишь барьер, который мы сами ставим на пути к своим целям. Я понял, что страх исчезает, когда я принимаю решение действовать. Каждый раз, когда я чувствую, что меня сковывает, я задаю себе вопрос, что произойдет, если я сделаю шаг вперед. И знаете что? Я открываю новые горизонты возможностей. Смелость – это не отсутствие страха, а способность двигаться вперед, несмотря на него. Каждый шаг, который я делаю, приближает меня к успеху. Так давайте вместе преодолевать свои страхи и открывать мир, полный возможностей.